Привет, меня зовут Владимир Семенов, и в этом видео я хотел бы поговорить о квинтовых аккордах. А если говорить конкретно, то хотелось бы коснуться темы практического применения квинтовых аккордов при обыгрывании гармонии. Данное видео будет полезно, как многие, скорее всего, уже догадываются, преимущественно начинающим. Мы рассмотрим различные аппликатуры квинтовых аккордов при игре в открытых позициях и от зажатых струн, рассмотрим несколько вариантов применения данных аккордов при обыгрывании гармонии, разберем некоторые нюансы, касающиеся зажатия этих аккордов пальцами левой руки и звукоизвлечения правой, а также поговорим о методах их отработки. Квинтовые аккорды – это, если говорить просто, неполные аккорды, которые не имеют мажорного или минорного окраса. Это аккорды, состоящие из двух звуков. Этими звуками являются тоника и квинта. Квинтовые аккорды, так же как и основные аккорды в открытой позиции, которые мы рассмотрели в прошлом видео, могут содержать в себе повторные ноты, то есть иметь несколько тоник и квинт. Но об этом чуть позже. Как правило, квинтовые аккорды играются на перегруженном звуке. Они добавляют мощности в звучание ритм-секции, и поэтому самое широкое распространение они получили в таких стилях, как рок и металл. Для примера возьмем вступительный риф из песни «Crazy Train» Оззи Осборна. Давайте начнем с квинтовых аккордов в открытой позиции. Таких аккордов у нас не так уж и много. Это аккорды ми, ля, ре и соль. По большому счету мы немного под другим углом взглянем на знакомые нам по первым моим двум видео аккорды. Для того, чтобы квинтовые аккорды звучали чисто, без грязи и призвуков, необходимо проследить за глушением неиспользуемых струн и за правильностью зажатия задействованных. На примере аккорда ми, вот мы разберем то, что указательным пальцем мы зажимаем пятую и четвертую струну на втором ладу, а остальные струны, первую, вторую, третью, легко касаемся указательным пальцем. Правой рукой бьем по шестой, пятой, четвертой, соответственно. То же самое в аккорде ля, указательным пальцем зажимаем четвертую и третью струну на втором ладу и огибаем как бы первую, вторую. Легонечко касаемся их этим же пальцем. И большим пальцем касаемся шестой струны. В аккорде ре мы также большим пальцем касаемся шестой струны. Глушим также первую. И в аккорде соль вторым пальцем зажимаем шестую струну. Легко касаемся пятой струны. Бьем по всем струнам, кроме первой и второй. Либо, если мы хотим усилить в верхнем диапазоне этот аккорд, мы можем добавить еще вторую первую струну. Старайтесь не продавливать и не оттягивать зажимаемые струны пальцами левой руки. То есть не нужно много усилий прикладывать, чтобы струна оттягивалась вниз, иначе будет не строй. Как этого избежать? Старайтесь максимально расслабить палец, бить по нужным струнам правой рукой, плавно дожимая струну, ровно до тех пор, пока не зазвучат нужные нам ноты. Как только аккорд стал звучать, все, мы фиксируем вот это усилие и больше не усиливаем нажим на струны. Что касается правой руки, следите за тем, чтобы направление движения медиатора при движении к струнам было в направлении к гитаре, а не от гитары. То есть не так, а вот такое движение. То есть правую руку расслабляем, делаем амплитудный замах и хлестким движением обрушиваем медиатор на струны. Если мы находимся не в открытой позиции, то здесь все еще проще. Сам интервал квинту мы подробнейшим образом рассмотрели в предыдущем видео, поэтому быстренько вспомним эти аппликатуры и рассмотрим дополнительные варианты зажатия квинтовых аккордов от тоник на шестой и пятой струне. От шестой струны квинта у нас таким образом строилась. То есть аккорд можно так зажать. Можно добавить октаву. И можно сыграть этот аккорд без
тонике на шестой струне. То есть вот фактически. Это тоже квинтовый аккорд, в котором у нас тоника будет на четвертой струне, а квинта на пятой. Зажимая квинтовый аккорд от пятой струны, с тоникой на пятой струне, мы получаем такую же аппликатуру, как и от шестой. Также можем усилить звучание аккорда, добавив октаву. Можем к вот этой аппликатуре добавить октаву от квинты. То есть вот таким вот образом зажать аккорд. И можем сыграть тонику квинту, тонику на третьей струне и квинту еще на шестой. Тем самым усилив звучание первоначального нашего аккорда. Сравните звук. Теперь рассмотрим несколько способов зажатия квинтовых аккордов при обыгрывании одной и той же гармонии. Итак, самый простой способ усиления звучания, придания мощности, плотности и объема ритм-секции в композиции – это использование квинтовых аккордов при обыгрывании гармонии следующим образом. Мы просто вешаем на каждый аккорд так называемые в музыкальных кругах картошки. То есть зажимаем тонику с квинтой на каждый аккорд, оставляя хвост и давая каждому аккорду звучать ровно до наступления следующего аккорда. К примеру, возьмем такую простую гармонию. Я сейчас ее сыграю просто по одной ноте, восьмой пульсации, чтобы просто отследить последовательность аккордов. А потом мы повесим на эту последовательность аккордов картошки. Теперь вешаем картошки. А теперь рассмотрим несколько вариантов построения партии ритм-гитары при обыгрывании этой же самой гармонии. Первый вариант. Второй вариант. Можем играть с глушением. Второй вариант. Можем комбинировать игру с глушением и с акцентами по незаглушенным струнам. То есть фактически мы обозначаем переходы. То есть начало каждого аккорда мы играем с акцентом, то есть с открытием струн. Дальше мы можем начинать и не только от шестой струны, мы можем также от пятой струны до зажать вот этот аккорд. То есть использовать мощнейшую аппликатуру вот эту. И сыграть также просто лупя вниз по струнам. Еще раз. В этом видео я постарался пролить свет на такую тему, как практическое применение квинтовых аккордов при обыгрывании гармонии. Надеюсь, что с помощью этой информации вы сможете легко строить ритм партии для обыгрывания своих последовательностей аккордов. И не забывайте, я показал вам лишь малую часть из того, что можно было бы показать по данной теме. Для того, чтобы разобраться с этим более основательно, вам необходимо на постоянной основе заниматься разучиванием и подбором на слух разнообразных рифов, анализировать аранжировки в композициях, а также изучать гармонию. Именно благодаря развитию слуха вы сможете пополнить свой багаж знаний новыми ритмическими рисунками и большим разнообразием аккордовых последовательностей. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Владимир Семенов. Не забывайте про аккорды.